24 июля спортсмены, путешественники и автожурналисты Андрей Леонтьев и Максим Леонов отправились в пробег на дизельном внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport, чтобы установить новый рекорд России. Маршрут начался на Прикаспийской низменности в Республике Дагестан на отметке 30 метров ниже уровня моря. А финишировал экипаж на высоте 3850 метров на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Таким образом, перепад высот составил 3880 метров. Отдел экспертиз Книги рекордов России долго изучал заявку номер 15351 и только что признал новый официальный рекорд страны. Самый большой перепад высот в автопробеге на серийном автомобиле в штатной комплектации при старте из самой низкой точки над уровнем моря в России. Представители Книги рекордов поздравили организаторов и компанию Mitsubishi Motors, ведь свои умения и креатив продемонстрировали не только люди, но и техника. Рекордный заезд совершил серийный рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport с турбодизелем 2.4 и 8-ступенчатым автоматом. По условиям заезда автомобиль должен был добраться до максимально возможной высокой точки без посторонней помощи или ремонта, за исключением замены колес. Весь маршрут занял 13 часов. Экипаж стартовал в 7 утра с пустынного Каспийского пляжа в районе Крайновки. Первые 480 километров и 7 часов команда ехала по равнине, а 6-часовой подъем в горы прошел в тумане, под ливнем, градом и снегом. Около 8 вечера Mitsubishi финишировал на Эльбрусе, выше станции Горобаши.